пустынным побережьем мы забили три колышка и поставили первые дома. Никто не понимал, как на этом берегу может появиться такой огромный проект. Не только огромный проект для нас, это огромный проект для страны, на самом деле. Но второго такого проекта в Азербайджане нет, а может быть, на всем постсоветском пространстве. Сперва начали строить только одну-две дачи, а потом мы поняли, что можно строить много таких домов и создать большой как поселок. На сегодняшний день мы видим, что это как превращается в город. У нас не было проекта, генплана, который то, что сейчас вы видите. Мотивацию мы берем у нашего руководителя, именно Расовича. Он нас мотивирует своей энергией, своими знаниями. Он абсолютно во всем, принимая решения, советуется с командой и, мотивируя нас, говорит о том, что без команды не было бы проекта. Есть руководитель, которому ты можешь написать, с каким-то вопросом обратиться и получить ответ спустя там сутки. Этот человек моментально реагирует. Главный залог успеха нашей команды заключается в сплоченности. Дисциплина, которая у тебя в команде, это самое главное. Потому что стройка это не любит, чтобы там ошибки были. Потом исправить эти ошибки это невозможно. Для нас в Сибири важна скорость, качество и идеи. Еще раз можно сказать, что без любви в этом проекте прожить невозможно. Мы понимаем, что мы создаем историю, и аналогов этому проекту нет в стране и, может, даже в регионе. Корабль Dreamliner, который придумал наш шеф Эмин, это за секунду было. И вот так, через, скажем, пару месяцев у нас получилось реально то, что у нас в голове было. Вот этот Dreamliner, Caspian Dreamliner. 600 метров ушел вглубь моря. Были большие сначала изучения дна, где сколько метров. В самом конце мы получили 9 метров глубины, что не так достаточно много. Проект Dreamliner, он станет именно флагманом не только для проекта Сибирис, я думаю, что для всей страны, потому что это поставит Азербайджан и город Баку на мировую карту туризма. Это такой наш ответ Дубаю с его Бурджераром. Каждый мужчина должен построить как минимум один дом, посадить 12 деревьев, и чтобы у него были как минимум двое детей. Мне как бы посчастливилось, мы здесь рассадили много десятков миллионов деревьев, построили очень много домов, и на сегодняшний день дети тоже имеются, так что обеспечить для следующего поколения. То, что мы строим, людям нравится. Я думаю, что мы в правильном направлении, и надо это только сохранить.